Это мои музыканты меня так отправили в путь. Вот так вот. Я, суки, прохожу в одних трусах, рассматривая виды на страничку в соцсетях, отметив подходящие места. Я завтра начинаю с чистого листа. Улыбаемся мечтой, строим облачные замки, стены головы пустой, не думая на практике знать, как то, что тебе хочется у мира получать. Конечно, это там вообще легко, а я тут совсем бессилен, моя цель так далеко. Они-то там как масло и сырный шар, им в руки все упало, а я вовсе без гроша. Без гроша, без гроша, да-да. Может быть, я когда-нибудь увижу, как проехать, где пройти, куда свернуть. Устрою революцию ума и напишу бестселлер «Гений четырех стенах».